Опа, Леончик отдали. Не, ну все нахуй. Это заявочка на 300 пальцев. Можно будет сразу хату оформлять, короче, за 300 пальцев. В ипотеку. Заебись будет. А какой еще рекорд по пальцам в доте? Он вообще существует? Вот такой никнейм не очень часто встречается. Тайда с одного пальца только так. Но тут можно сделать через рефреш. 42. У меня 15 было, если не ошибаюсь. Но 15 немного. У меня 30-ка была точно. Так, а насчет критерий челленджа на Леона. Ой, не та кнопка. О. Сейчас скажу. Мне там еще на Виномастера отыграть надо, но этот Леончик по первой я в очереди просто. А, где оно? А, нашел. Блин, тут донат от анонима был. Леон 20 пальцев, 1к награда. Короче, 20 пальцев, 1 кесик. Вот. Next пальцы, это типа соточка, 200, 300. Короче, каждый палец повышает на сотку. Ебать. Ой, их нихуя. Не, там реально в ипотеку можно будет хату взять, если 300 пальцев набить. Ну, это, конечно, нереально такое совершить. Ну, сам факт. Давай, на характере, блядь, пешочком. Там они. Гудвин его команда, 110 пальцев в видосе настакали. А сколько у них на это времени ушло? Хэм тоже. Битва начинается. О, стрела четкая. А я против снайпера стою, получается, да? Ну да. Не, а, норм. Блин, хорошая стрела так-то. Я думал, сейчас рейнджа у меня украдет. Этот маленький засранец будет у меня пытаться всех крипов донаить. Я жопа чувствую. Там за мипы тогда высчитывали. Ай, блядь, ай. У меня квикасты не стоят. Надо прям максимально сосать, чтобы чел без мана остался. Чтобы ни одну кнопку нажать не мог. По-другому нельзя. Не, псот слабенький пока. На двоечку хотя бы. Тогда можно будет и поговорить. И квикаст надо включить. Вот зараза. Но он пользуется пока тем, что у меня урона нихуя нет. А, бля, какую-то... Чёрт, блядь, это нечестно! Это нечестно! Ёбаный квикаст! Я нажал на кнопку, нажал! Там чел думает, наверное, что за долбоёб, сука, пошел сдох от вышки. Когда я зашел, я нажал на кьюшку, но из-за того, что квикаст был не включен, я просто сдох. У меня на прошлом аккаунте был квикаст включен. У меня поэтому... Нашел сейчас... пальчик, сунул. Все. Я сейчас сам себе пальчик засунул. Что там у него? О, вот теперь нормально сосется. О, да-да-да-да-да, вот так и надо. Это нечестно, да, это нечестно. Стример на квикастах играет всегда. А тут квикаст открутили. Открутки никто не отменял. У меня такое часто бывало, когда я играл на других аккаунтах. Когда на этих люди, на этих аккаунтах еще порой играют другие люди, знаешь. И ты такое заходишь, думаешь, твои настройки стоят, уже готовенький такой. И хуяк в моменте на 40-й минуте осознаешь, что у тебя стоит какая-то не твоя настройка. И понимаешь, что из-за этого ты всю игру сосал. Вот у меня такое часто очень бывает.
Да я так и делаю! Я так и делаю! Не кричи, не надо. А я вот думаю, а что реально выгоднее купить? Может быть, выгоднее купить себе Октарин, а не Аганим фастовый? Все-таки Леонфа с фастаганом. Но он получает ульт по области, но этот ульт по области крайне редко получается реализовывать. А на 18 левле КД 40 секунд, а с Октарином это будет уже 30 секунд. Ну деду уже хуёво, из него все высосали. Не, конечно, понятно, и то лучше купить. Ай! Да, блядь. Уменьшение КД ульты? Ну, я понимаю. Но вот сколько там оно уменьшает? На 18 левле там уже не особо ощущается. А пока ты купишь Аганим, ты уже будешь 12 левла. Бля, ай. Ну хорош, что ли, охуеть? О, он 6 получил. Ой-ой-ой-ой. Ну тут БХ спалил меня. БХ дал информацию, где я нахожусь, и он тупо застрелил меня из-за этого. Он не мог меня убить, у него маны не хватало. Да, это все БХ. Сук, не вовремя. Двойное убийство. Hell cannot hold me. Вашу центральную башню атакуют. Вообще мана не сосется. Но если Баха ушел, то он ушел ко мне. Блять, у меня палец не в КД, меня это прям калит. Я уже должен был снайпера похоронить. Су нахуй. Ждем момента. Че? Я почему на извижена пропал? Что нахер там творится? Снайпера я не убью. Разор, может быть, убью. Но разор сейчас, может, и здоровье восстановит еще по пути. Так, у него вообще, в принципе, у него хила никакого нет. Так, хорошо. Может, я его сейчас встречу. Нашел пальчик, сунул. И все. Да никуда я еще пальчик не сунул. И все. Нету пальчика, нету. Где эта хуйня? Я заебал тебя бегать. Куда можно палец засунуть уже? Не могу никак пристроить. Вашу центральную башню атакуют. Нашел! Нет! Все, наконец-то пристроил. Первый пальчик на 9-й минуте. Все, живем. Вашу центральную башню атакуют. Осталось 19 пальчиков. Как бы шадед меня маслину не шмальнул. Кстати, чувствуешь пальчик в жопе? А ручки-то мои у тебя на шее. А я-то думаю, блядь. Все, сюда. Ой, еще и волшебство при мне. Вообще шикарно. Только деда я все равно не завалю без пальчика. Вашу центральную башню атакуют. Ай-яй-яй. Кто высосал? Я не мог. Я далеко был. Да, игры не было. Блин. Ой, какие они там каленые все. Так, где наш мидер? Разороды сверху убивал. На этот... Как его? СС не хотел, да, ты писать? О, давно не был на миду. Так, сообщили, если давно не был он на миду. Мы откуда знаем. Ёптать. По мини-карте смотреть нахуй надо. Иди нахуй, блядь. Сам смотри. Так я смотрю. А ты нахуй идешь? Ну, команды настрой. Заебись. Хорошо.
отлично. Тени, возьмите нас. Бля, что за нахер там опять творится? Йо, просто такие не все каленые. Ой, Бля, ну дед оттуда даже не уходит. Иди сюда. Вашу центральную. А потом пошли разор опять завалим. Ему пальчик в очко засуну, ну давай. Хоть меня игнорируешь, что ли? Да не пойму, я у половины челиков в муте нахожусь, что ли? Почему, почему? Там булка стоит на разоре. Можно было его оформить. Ну даже сейчас. Разор, разор, три охуй. Я видел то, что вы там два каленых были. Если бы я прилетел, я также бы с вами сдох и все. Вашу верхнюю башню атакуют. Второй пальчик оформлен. Нормально. Так, я все-таки Октарин куплю. Догоним и долго. Хотя гоним дешевле. Но Октарин работает как бы на все. А это будет интереснее. Возьмите нас. Ух ты. Курьер сил тьмы был убит. Вашу центральную башню атакуют. Блин, пососать бы по-нормальному. Вот снайпера можно встретить. Вашу верхнюю башню атакуют. Идиот! Меня нейтральный крип убил! Не, пока размен заебись. Меня древний дракон ушатал. Сейчас резнусь, можно будет палец оформить. Только нужно какие-то просветы оформить еще. А вот айда что есть? Вот айда есть дагер. О, а это мой 12 левел. Че, смотрите стрим, да? Почему Ниаган? Он не так эффективен, как кажется. Гаси, гаси, гаси его. Оп. Здесь какой-то вард был, я его сломал же? Да, я сломал обсерв, хорошо. Ну, три пальчика уже есть, все нормально. А вот так опасно стоять. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Поможете? Ух ты, бля! Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. А кто сказал поможете? Я не увидел. Не успел рассмотреть. 20 надо хотя бы. Как бы желательно вообще максимально много пальцев. Чел на Траксе все еще умирает снизу. На приколе, так сказать, в одном и том же месте помирать постоянно по КД. Здесь кто-то захуярил, был Урса, да? Как вы их нафидели, ёб твою мать, 8-5-5-1, сука. На Урсе для туманны. 8-5-5-1. Есть пальчик, можно присунуть. Но кому? Хочу Урсе сунуть. Ну, а вдруг он тут не один? А может здесь? Тихо. Ну какой-то необычаемый. Он... Исчезните. Нам бы еще сюда кого-нибудь. Что-то есть палец. Прыгать будем? Или дрочить друг друга? Помощь, помощь, помощь.
все, палец заработал. Это самое важное, остальное не имеет значения. Ебашь, ебаха здесь. Тут, блядь, ебаная баха бегает. Камбэчная пошла. По ощущениям, на Траксе какой-то дурачок играет. Ну, это такой, первое впечатление. Может быть, он потом раскроется. Глаза бы сейчас сюда жахнуть. Ой, школа. Дай-ка я смока ебану. Бахну там парочку вордов в лесок. Тем на тройку перешел. Не отдает врагу башню. Вот здесь вот, возможно, вард стоит. Да, не ошибся. Вашу центральную башню атакуют. Так, а теперь надо бахнуть такой вард, который они не сломают. Что такое хотя бы? Есть пальчик, надо оформлять. Разор толстый. Я БХ шотнул, прям такой 1000 хп, самое то для меня. Есть палец, можно кого-то ёбнуть. Пили свои сооружения. БХ здесь. Где-то прям рядом. А он не один. Можете на него кидать хуйни? Блин. Ой, блядь. Дагер. Я палец проебал. Ну ладно, это ненадолго проебал, но неприятно. Они же в смоках, что ли, были. Урса вообще из ниоткуда появился. Это про то, что у нас на два обсерва стоит. Откуда они вообще вот отсюда куда-то появились? Нужно будет босс еще купить обязательно. Ай-яй-яй. Ну прям толпой гасит. Дистракции сейчас люто не хватило в замесе. Силы света укрепили свои сооружения. Ты че думаешь, тебе это поможет, что ли? Или че, блядь? Инвиз нам. Ну да. Против БХ. Да, поможет. У них БХ есть. Да, мне похуй. Сильверейдж нужно, чтобы пассивку сбить. Кому тайду? Урсе. Тайтхантеру. Разору. Да хуя там. Так вот он покупает как бы это все ради того, чтобы убегать, а не чтобы, ну, пассивки сбивать. Можем толпой терзателя завалить? Челика 3 надо минимум. Вот, да-да-да, стягиваемся. Ну сейчас все стянутся. Вчетвером быстро завалим. Вашу верхнюю башню атакуют. Хотя он там урса подставляется, можем его завалить. Ваша верхняя башня разрушена. Блядь, миссанул! Не, отбой! Не надо гоняться, пошли терзателя. Why not? Палец дернул, зараза. Потеряли бойца. Ладненько, бывает иногда. Пальчики не копятся, я недоволен. Надо больше пальчиков. А БХ я завалю, БХ плотнее стал. А помимо БХ там еще какой-нибудь внезапный патрон от снайпера может в бучку залететь. Тоже неинтересно. А вон бегут. На тройку бегут. Он там не один, там трое. Исчезните. Какой наглый. Охуеть. На миду драка намечается. Куда? Отлично. Только от вышки не отходите. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Я еще и по трекам теперь.
Блять. Пойдет. Траксе похуй, да? Ну да. Тракса фармит. Не отвлекаем, пацана. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Нижняя башня противника разрушена. Блин, это тот самый дурачок на керри, который будет всю свою жизнь фармить. Это проблема. Он за картой вообще не следит. Он, походу, всех замутил к херам. Так, итого. 30 секунд КД скоро будет. Но мне этого за глаза хватит. Он покупает еще артефакты, как бы говорит, я буду пассивки снимать, а хуйня? Не, нихуя. Он это покупает чисто для того, чтобы съебаться. И то, скорее всего, он не сможет съебаться. Что-то не помог Лотар, кажется. В лесу Варды, блять. А каком лесу Варды? Ты в их лесу был? Здесь. Это наш лес. Они прилетели на телепорте, дали на тебя трек. Поэтому ты умер. А не потому, что там были Варды. Не было. Был трек. Был. Трек не был, блять. Я видел трек. Тебя дал трек БХ. Я, блядь, смотрел. Я тоже смотрел. Подожди, ты говорил, что купишь Сильвер, чтобы снимать пассивки, но ты купил Лотар. Теперь ты покупаешь Манту, чтобы снимать трек, я так понимаю, да? Да. Что-то я логики не вижу. Я, конечно, я понимаю то, что инвиз это неуязвимость, а хуйня. Но тут бы другие артефакты не помешали. Палец откадешился. Ну вот, собственно, был бага, но у меня палец уже бы откадешился. А это как бы 60 секунд, да? 67 секунд. Сейчас скажи, что я тебя фарм забираю. Давайте тайда, что ли, заберем. Нихуя ты самого жирного любого. Да сдохнет он. Был трек, но я тоже говорю, что был трек. Ему похуй. Нам от ХГ надо драку принять. Сейчас можно попробовать. Бейте его. Оп. Сиди, мой пальчик. Сдох, как видите. Ну, потому что он один был. Ай-яй-яй. И Мирана сдох под башней. Вашу центральную башню атакуют. Он реально заторможенный. Тракса, а что у тебя голос такой уставший? Ну, у нас 4 утра уже. А, нихуя себе. Нет, чат, он не обкурился, он спать хочет. Блять, вот совсем другой вайб, когда играю на этом аккаунте. Ну просто челик хуйней занимается, ты не горишь с него, ты с него кекаешь. Ну блять, ну это ж, ну заебись же, вода. Блять, с перебором. Так, не то. О, это мне надо, это сюда. Пальчик есть. Можно тогда забрать, там он. Там. Стоп, чё? Не, нахуй. Но мы вдвоем сейчас его не заберем. Вашу верхнюю башню атакуют. Не, хуйня, телепорт. Рошан убит. Ага. Where's the fight?
18-го бы скорее получить. Бабка физическая. Нам эту игру надо затянуть. Типа в лайте мы их отпиздим. Это от хайграунда тоже хорошо отстоим. Вот Айдуха, походу, снова соло бегает. Надо навалиться на него. Там Урса еще рядом. Не, снайпа я выключу. Если будет нападать. Возьмите нас. Вашу нижнюю башню атакуют. Блин, та и травагу может дать, опасно. Ага. А кто Егу поднял? А, они Егу снайперу отдали. Ваша нижняя башня разрушена. Я думал, Урсе Ега. Ты куда, ты куда? Я пока не боевой, я без пальца. А, понял. Пока они не заходят на хайграунд, похуй. Они сейчас с Аега наоборот драться хотят. Надо от хайграунда отыгрывать. Зараза, трек на меня повесил. Он так не снимается, блядь. Надо что-то покупать, чтобы трек развеивать. До 18-го копейки остались. Мне не помешает. Пойдет. Все, 18-й есть, 30 секунд КД. Это прям вообще заебись. Контролирую хуету. Сейчас ману все высосу. Бля, нихуя, я как быстро наган накопил. Да снайпер, блять. Вашу верхнюю башню атакуют. Тени, возьмите нас. Проем наверху. Я без пальца пока. Ваша верхняя башня разрушена. Пока, блять, варды поставьте по возможности. БХ здесь был. На тройку БХ прилетел. Так, надо просвета себе оформить. Все, палец есть. Я сейчас 18 возьму, сейчас подождите. Oh, hell yes. Можно по КД оформлять. Они нас хотят тройку заманить, если мы зайдем туда, сдохнем. Блядь! Не, ну они, мягко говоря, ухуели сейчас. Блин, Бадон, ты нужен сейчас. Он лес ебашит, очень не вовремя. Блять, ты куда? Не заходим туда. А Бадона пиздецки в драке не хватило. Он был очень нужен. И такое чувство, что вот здесь вот глаза стоят. Уж как-то этот бухат такие трюки раскидывает противные. Нет? Снайпера Егу даже не потерял. 20 секунд до конца Егиса. Там ханда у него была, да, да. Если своим байбеком только что аган отсрочил, охуеть как надолго. Откуда? Ёпс. Что? Эй, что? Что это нахуй нет? Что это такое, блядь? Что это было? Во-первых, почему я не смог дожать на даггер? Во-вторых, что меня, блядь, за хиксила? Тайд? Схуя ли я не смог блинкануться? Что сбило мне блинк? Я после телепорта нажимал на блинк даггер. Почему я не смог? Почему? Что? Пассивка разора? Серьезно, блядь? Пассивка разора?
Она что, КД что ли не имеет, схуй? Как бы я летел сюда с расчета на то, что если сейчас будет туго, я отблинкуюсь. Но я лошара словил пассивку Разора, потом словил хекс от Тайда. Вот это тащи максимально внезапно было, то что Тайд с хексом будет. Бляха, мох, могло быть и лучше. Нужна помощь. Но помощь-то будет, нет? Вашу верхнюю башню атакуют. Не, помощи не будет, понятненько. Ну хотя чё, я выебываюсь, мне там так-то помогли по факту. Там чел инвиз нажал. Вашу нижнюю башню атакуют. Сык, он нас отводит. Силы света укрепили свои сооружения. Блин, из-за ошибки просрал сторону, а теперь это будет еще сложнее. Чё он покупает? Доедалус? Ёпт. Урон должен был в минус уйти. Так он же физический урон забирает, а не магический. Эх, и на релик не повезло. Да что ж за хуйня-то? Ну тут смока есть. Возьмите нас. Конечно, 10% урона это интересно. Халявный смока тоже интересно. Блин, вы там без меня. Что-то вы... Они все у нас в лесу, куда вообще? Я тоже не понял. Разор пришел. Можем поймать его. Я законтролирую, хотя все отбой. Мне не помешает. Давай, давай, заберем. Не-не-не, значит база падать начнет. Давай, выебем, смело говорю. Блять, я тебе не доверяю. Yes. Заебал. Что-то как твоя смелость какая-то не очень. Ну ладно, что-то вроде получилось. Теперь удрал один врагом меньше. Говорил же, блядь. Ну теперь база падает, надо дефать. Телепорт есть? Блять. Телепорт есть? Хуль ты на ноге бежишь? Да, 5 секунд до пальчика. Йоу. Ну ты ебаная ГГ Трокса, как всегда, где-то хуй сосёт, блядь. Он любит на ножках бегать. Да, он просто умер. Был. Иду на ультра риск. Так, Трокса, просто не умри сейчас. У меня еще палец откадешится. Так, хорошо. Чё Тракса, блядь? Сам, сука, расфидел, блядь, человека, нахуй. Пиздить еще. Ты, сука, блядь, счет свой, смотри с Абаддоном, блядь. Пидорас, нахуй. Блядь, он пешочком пришел от сверху вниз. Он мог телепорт сделать и отдефать это говно. Ничего, блядь, не надо было, сука, вначале умирать, нахуй. Жизнь Усу можно ёбнуть, сука. На вороде засветился. Будем? Делай. Вот эту хуйню тоже можно. Сейчас за хикшо. Не, ну дальше я же не могу. Похуй, нормально, пальчики копятся. Живем. Так, итого 780. Но сейчас нужно позарез копить на байбек. Ебать, они далеко, вы чё-то прям очень далеко. Я иду на БХ. Смока слетят, значит подо мной. Бля, пердяк где-то бегает непонятных. Можем этого снайпера забрать. Не пошло? Бля, что так слабо? Месяц. Меня под болторном ебашат. Да убейте снайперы, что ли, блядь! Снайперы пизи ебануты. Дотарки ебаная, блядь.
А якорь пытается съебаться. Вашу верхнюю башню атакуют. Ну, потом, конечно, соляр ты завез, но этого недостаточно. Рокса, блядь, реально дурачок. Он впритык подходит, впритык отключает свою пассивку и не может нормально нести урон. Что у него в голове творится? Надо байбекаться, база упадет. Мне не хватает 300 копеек. Мне не хватает. Это какая-то... Не, у них тоже как бы... Двое челиков, они не рискнут. Если вы не подставитесь. Просто откидывайтесь, не дайте им пушить. Нижняя башня противника. О, у них еще и башня упала. Так, мультишот, мультишот, перезарядка гаста. Блять, не понял, нахуй. А. Тракса, подожди. Микрофон работает? Да. Тракса, старайся издалека хуярить. Ну, блядь, тайт, сука, спрыгнул, понимаешь? Нет, ты на хайграунд зашел, прям я снайпер, думал, у тебя пассивка снайпер отключилась. Из-за этого урона было очень мало. Тебе вообще желательно шарт купить, чтобы ты с трибуны их хуярил. Там рейндж огромный будет. Я гоним сверху, тогда не все будут умирать. Вообще шарт мы можем выбить. У нас есть свой. Только толпой надо. Здесь разу рядом. Блин, втроем не вывезем. Нам еще четвертый нужен толстый какой-то. Хотя я сам толстый. Блять, не сдохни, Мирана. Так Мира не выпал. Ладно. Не, пока байбек надо оформлять. Блин, а потом прям загуливает нахуй. А потом далеко так не загуливай. Бляха-муха. А не, наршами. Снайпер. Ой, бля. Сука, отойди, отойди. Все хорошо. Не-не-не, не спускайся, похуй. Терпим, терпим. Мне 50 копеек до байбека. Чуть не сдох, тут варды, блядь. Оп. У него, заметили, всегда виноваты варды. Если пизды получает, всегда варды виноваты. Да, челлендж будет выполнен, если я двадцатку набью. Там вроде не на победу надо. В принципе, просто пальцы набивать надо и все. Ну, что-то прям тяжко идет, тяжко. Разор вот здесь в кустах сидит. Бабочку решил купить, потом рефрешер. Нет, снайпер вот это иллюзия. Прыгни. Здесь может тайт рядом быть. Бля, не дотянулся. Все, назад. Он, скорее всего, батит нас. А вот и тайт. Бля. 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 Бля, ну на такой байт очевидный ловитесь, ну сука, это же было супер очевидно. Это что за хуйня еще на снайпере здесь делает? Да иди нахуй. Маны нету, маны нет. На снайпер вообще нихуя не имеет. Нас как лохов раскатили сейчас. Прям вообще ультра-мега лохов. Контролю хуйню, контролю. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где Тракса? Эй. Пиздец, он реально сформил крипочков сейчас, когда мы дефали низ? Он шутит, что ли? Ебанатно. Ёбаный сюр.
А где же наш аганимчик? А где же наш шардец? А он в помойке. Тыщ, 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 тыщ. Все такой, ну и чё, и чё, и чё? Я дефл, я сильный. Но... О, шард есть. Бабочку хочет взять. Блять, ему аган нужен, пи***ц как. И пика ему нужна. Дайте мне контроль над персонажем, я сам все сделаю. Хекс по области? Или соточка к урону? Там хекс по области солиднее смотрится. Сейчас еще рефрешер сверху организую, нахуй. У, сука, заживем. Мне вообще гаста не хватает, а то турса меня какой раз хуярит. Да, ну, ебать, 3-3-3-3-100. Развеивать ему нечем. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё, Абадон завис? Нахуй, уйдите. Эй, Абадон, ты что завис? Я засейвлю сейчас. Уйдите, сейчас проиграем, блять, уходите. Не, нормально, нормально, всё, заебись. Гост может... Да давай прям сейчас куплю, вот на всякий случай. Пусть будет лежать в инвентаре. Это вот сюда нахуй, бам-бам-бам. Все. Погнали, ебать. На траксе байбек не держит. Не умен. Еба толстый на снайпере. Ты силвер-то собрал до конца? Собрал. Тогда можем тайда убивать. Может тайду заберем, а? Леон. Только если ты его с силвером сразу выключишь. Да, они рошана снизу бьют. Или давай разор давай. Отходим. Сейчас тайт ворвется. Все нормально. Похуй. А сейфти, да, я выкуп соберу. Я сейчас пачку крипов просто пальцем свалю, чтобы они зайти не могли. Так, осторожно. Блять! Два рейнджа осталось. Сюда, варды, тыкните. Нахуй иди. Крип ебучий. Во, варды. Ща будет, вот-да-да-да. Я так бесконечно могу делать. Они решили поменять... Стратегию, что ли? Надо снайпер контролить? Нет, снайпер там бестолковый, он почти что нихуя не делает за месяц. Ах ты шляндра вонючая. Оставь лучше, оставь, я и так я жду их. Пизду ты, ебанутый нахуй. Да иди нахуй. Сам иди нахуй. Ну сразу видно, команда настрой. У меня байбек через полторы минуты. Ну вообще нельзя слезать с хайграунда. Они еще только и ждут, когда мы слезем. Просто вышку хуярит. Ухуяришь ли нахуй? Вашу центральную башню атакуют. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Умри, на Руси, умри. Пойдет. Ебаш. Оставьте. Блять, нахуй. Да тут не до рампаги, мужик, был, и мы, блядь, чудом отдефались. Пушим. Сейчас теперь пушим, там идут тупо. Кто-то один на дефе. Голод. Птичка самая клевая. Надо сразу же пытаться в трон зайти.
Надо на байбек. У них байбек сейчас есть. Надо хотя бы сломать что-то. Центральная башня противника разрушена. Маны не тратит ли он? Сейчас пачка появится, я сосну у этих оранжей. Первый глиф сейчас. Надо хотя бы сторону есть сломать, уже второй. Будет неплохо. Блядь, не дали соснуть. Башня противника разрушена. Пошли на низ, перекатимся. Центральные казармы противника разрушены. Так, ты духа ресается. Блин, мы разоединились. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Все, назад, пиза. Отлично. Ну? Солевой-то наваливать начал. По моим советам шардец купил, навалил. Майот умеет. Че? Места нет? Блять. Так, осталось сдохнуть как долбоёб. Для полного комплекта. Рефрешер готов. Двадцаточка не за горами так-то. Прям немножко осталось. Я могу ебануть как нехуй сейчас. Два пальца. Сюда вард поставьте, пожалуйста. Нема. А я могу урсу ёбнуть сейчас за один заход? 3000 урона я нанесу. Там кто-то был. Снайпер захватывает. Бля, сейчас сатане включит. БХ ходит. Но я могу сдохнуть да, разок, у меня есть байбек. Пизду. А, лол. Долго он сосать еще будет? Не, нормально, вообще заебись получилось. Нормально, вообще заебись. Её убивать нахуй, кто? Ща, мне отхиляться надо. Там еще тайт идет. Я пока базу дефа. Ай-яй-яй. Время. Блять, база горит. Он что, не сдох, что ли? Да, только два пальца не получил сейчас. Вот это обидно было. Какой-то тус еще пиздец на этом снайпере. Может, по миду попробуем? Мне дробовик. Или сдохнет сейчас? Нет, сейчас пока опасно. Это охуеть, а снайпер не смог убить. Что там у него? 4000 хп? Не, ну ладно, это объясняет, что произошло. Возможно, если бы у меня вот эта хуета лежала в инвентаре, или был бы у меня релик хотя бы, я бы смог. А у меня ж ни того, ни другого, как бы чисто письмо сосить на стримере. Сейчас 2 минуты, что это, опять тир появится. Может, хотя бы там повезет. Ведь я хоть кого-то убить сейчас смогу? Вообще, ебануться они все толстые. Разор, блин. Разор менее плотный, чем снайпер. What the fuck? Надо дробовик оформлять тогда. С дробовиком, думаю, прокатит. Не, Кай, мне уже сувать некуда. Слоты забитые. У Бадона тоже должен быть выкуп, нет? Нет. Без дарики. Да не, он сейчас не так важен. Тут разор гуляет один. Нет, не один. Вы чё творите, ёптвою душу. А я почти обоих убил. Не отскочил палец разора, так бы разор вот тоже сдох. Тайда надо забрать. Обидно. Ну 19 пальчиков так-то, да-да. Еба, я бы сейчас заработал 4 пальца просто с нихуя. Напасть-ка. Двадцать! Все, челлендж сделан.
теперь можно по соточке, по 200, по 300. Ну, типа сотка, 200, 300, 400, каждый палец дополнительный дает. О, надо выбивать шмотки лесные. Гейм нужно, гейм. Мне рано, доходи, гуляешь назад лучше. Никого нету рядом с тобой. Чё здесь? Так, орех. Блин, хуй ты надавали тогда, если честно. Вообще хуй ты. Только вот это вот нормально, все остальное мне нахуй не упало. Как бы мне не джигир, но он жизненно необходим. За 20, сколько там? За 20 косарик был. По челленджу. Фу, можно снайпер еще оформить. Да, я могу. Че, у него еще больше хп стало? Не, показалось. Только надо сначала ману восстановить. Желательно еще купить родные смока, да. Переложить эту хуйню. И пойти его ебашить прям ногами прям. Все шаган? Не, подожди. Сначала дробовик. Он же там не может как-то внезапно кнопку нажать? Нет, нет. Не понимаю, где снайпер, но он должен быть где-то рядом. Они бы сейчас забирали его. Тут где-то снайпер бегает. Мы, блядь, нахуя в этот вышли куда-то. Может назад? Да, надо базу отдефать. Не пойму, смока слетели, потому что меня было видно, или потому что они просто кончились? Откуда был выстрел? Я просто снайпера еще. Я его сейчас ёбнуть могу. Снайпер внизу, внизу все. А, внизу. Все, уходим, уходим на низ. Так, я готов. Так, байбек есть. Где ты хуй-то на снайпере? Кончилось? Хорошо. Разоры я тоже ёбнуть могу. Бля, я могу любого ёбнуть. Просто дайте пальцем, покажите мне кого-нибудь уже. Только руки чешутся. Так, радар со снайпером наверх пошли. А у нас одна сторона, вот ее нужно дефать. Может быть, тайдер забрячу? Я сейчас соло, в теории любого могу забрать. Но именно что соло. Если там подмога будет, хуя кого заберу. Да, бля, это... как ее? Есть байбек. Заебись. Всё. Они сыпятся. Да. Отлично, еще и снайпер сдох. По миду давайте. Тать тут гуляет. Ой-ой-ой. Для помощи. А он слабый, кстати. Очень еле-еле ковыряет. У него билд на контроль, а не на урон с руки или там так далее. 23-й пальчик пошел. Я по низу пачку толкну сейчас. Вы без меня сейчас справитесь, просто надо толкнуть это говно. Я на тревелах прилечу на трон, если дальше пойдем. Просто пачку толкнуть надо. Ух ты. Блять, он убил ее. После 20 пальцев сколько платят? За каждый палец там 100, 200, 300. Вот сейчас уже 300 за палец дают. Бьет? Так. Центральная башня противника разрушена. Верхняя башня противника разрушена. Леон, к нам давай. Лечу. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Радар сейчас спушим давайте. Есть палец. Сейчас разор по-любому выйдет. Центральная башня противника. Хуй-то бьет, больно очень. Ай-ай-ай-ай-ай. Назад, назад, назад.
За мной бежит. Я стараюсь убежать. Ты, бля. Дробовик не дал. Да, этот. Да не, нормально. Откидываемся. У меня есть еще байбек есть. Первый 100, второй 200. Да, да, вроде так. То бишь сейчас уже 500 за пальчик платят. Наршан, быстрее Наршан. Но их пока там нет. Снайпера там пока нет. Ну, блядь, подтягивай. Так-то бабка соло забирает, а он сильный. И он орать не должен, потому что мы ни разу не забирали. Такой Леон. Блин, бабаля, бабуль, 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 бабуль. Бля, просто не умри. Пизду. Иди с сатаником отожрись от крипа. Ебать. Ну-ка, какой сильный Рошан на такой минуте. Ну, они сейчас тебя увидели, они сейчас сюда... Ой, блядь. Блядь, сука. Надо отходить. У меня байбека нет. Иди нахуй, блядь. Так, а теперь они сами Рошана бьют. А где у бабки байбек? Все, просто дефаем это говно. У кого байбеки есть, пусть первые стоят. У меня нету байбека. Ебать, как бабка быстро кончилась, реально. Она прям за секунду кончилась. Я чуть не ожидал, что так много урона будет у Разора. Пацаны, варды возьмите, варды, блядь, нихуя нету. Сейчас БХ зайдет, хуй его знает, не увидим. Я пока все еще на байбек оставляю. Байбек... байбек очень дорогой. Так что надо как-то изъебываться. Так, рейндж на палец. Здорово, сука. Они сейчас снова ждут, когда мы с КГ слезем. Просто стоим, терпим. Сейчас поможу. Там 3 минуты еще, Егис. У меня 1.5 минуты до байбека. Опа. Рапирование. Не быкуй. Да ебанулся. Заработал пальчик. Верхнюю башню атакуй. Бля. Ой-ой-ой. Бан нахуй. Бачи, ломаны копятся люто. Нормально, Тракса, красава. Нет, Тракса. Парни, сложно дефать это говно. Рапиру ух ты. Возьми. Сука, второй скилл, ёбаная ты шлюха. Да пиздец. На похуй, на выкуп. Все, у меня надо тоже... было рапиру забрать и все, блять, и уходить, уйти, блять, от линии. Не можем, трон. Хотя можем. А Леон где ты был вообще? Я базу дефал. Типа я пальчики дал, здесь пачка крипов, но что трон не снесла. Бля, надо было, сука, этот... Похуй трон на рапиру. Забрать. Не стра... Стоп. Так, что у нас там дальше имеется? Кая? Я Швинка. Это заберите нахуй, аванпост.
Каин, пока Саша, есть время. Я Шинка. Мирана. Сука, Разор тут же пришел. Блин, у них что по... И варды поставьте сюда. Я бы Хекс взял сейчас, а не какую-то там Каю, вот это вот. Просто Хекс, чтобы доп-контроль иметь и челиков не выпускать из этого контроля. Потому что у меня есть родной Хекс, плюс еще встроенный Хекс. Точнее, встроенный. Из предметов Хекс. Плюс добавок еще можно будет ебошить. Саша Кая выгоднее? Да она дает, по-моему, то ли 12% урона. Че можно купить, а? Ёпта, мать. Так, аганим купил? Купил. Ебать. Блять, муншарт купи. Муншарт нахуй. Не поможет ничего. Но у тебя вариантов других не остается. Максимум, вот. Максимум, скорость атаки 700 же у нас. А, блять, точно. Мне, блядь, на хп что ли нужно что-то? Или на маны, блядь, маны заканчиваются. Ебать, а что, в смысле? У него слоты кончились. А, может, ты можешь МКБ продать. Кому-нибудь. Но у тебя МКБ не работает. У тебя макрошип, как МКБ работает. Может, как-нибудь этот кому-то аганим купить? Может, а не, не получится, только этот алхимик может. Пизду. Шиво? Сложно. 29-й пальчик на кону, йоу, просто ты... 30-й пальчик, это ж косарь, да? Если я правильно понимаю. Ебать, а потом по косарю уже пойдут, по ебать. О-пу-пу-пу. Ну все, минус трусы у Ольхи получается. Nice. А кто сыр оставил возле лавки, это пиздец? Чё? Где? Какой лавки? Чё? Их. А, потайной? Либо КБ еще купить. Мне хорошо. Вообще контроль нужен. Я просто русский. Не очень хорошо знаю. Так, у меня хватает. Давай, погнали. А ты кто по национальности? Казах, казах. А ты с Казахстана получается? Нет, блядь. Тоже с Казахстана? Я нет. Нахуй надо. Он еще одна бабочка покупает. Ну, ладно. Лучше бы он еще один дейдал скупил. У тебя там шмотка, видишь? Пират, нажми руну нам всем, баунти. Так. Надо еще гем купить. И все, в принципе, норм. Заряжен, охуенен. Лучший в мире. Все сюда. По КД нажимай это. Во. Хорошо. У меня КД дагера 5 секунд. Это прям вообще охуенно. Блин, крипы очень близко по- снизу подходят. Не очень прикольно. Ать. Ух, тяжело. Ебать, как тяжело. Нихуя себе, блядь, 2000 урона с пальца. Барды, пацаны, барды. Скоро барды игра настолько далеко пойдет, что мои пальцы будут просто ебашить, ну, ваншотать. И никакой деф не поможет от этого. Там просто слишком ебнутый урон будет. Интересно, снова Рошана ждут. Ебать, 76 минут игра идет. От БХ, кстати, я могу шотать еще за один палец. Так, у меня есть байбек, я могу немного повыебываться. Нахуй надо, нахуй надо. Я думаю, вообще по идее. О, блядь. Они хотят, чтобы мы с ХГ спустились сюда. Они байсят. Да, да, да. Пойди. Смог бы какой-нибудь. И в спину зайти. Сейчас фокус покажу. Тупо для проверки ёбнул, ради интереса. Ну да, у нас лет сильнее, я знаю. Мы мига чей задефаем, у нас уже урон ёбнутый. Давай первого не. Блин, мне бы ПХ палец шотнуть. Ням-ням-ням. Там прям булка-булка. Ну он с клюхом мелкая. Вместо манты может БКБ взять, а? Манты, БКБ. Ты можешь перекладывать как вариант. Если денег прям совсем дохуя.
Манки точно не работают у меня? МКБ у тебя... Погоди, вот макрошип у тебя как МКБ работает. Он тоже имеет именно сколько там, 60? 52% он имеет шанс попадания. Где ты видишь? Вот, видишь, у тебя шанс срабатывания 52%. Вот это как раз шанс почти как МКБ. Ваша верхняя башня разрушена. Why not? Бля, они просто нам сносят бараки. Ваши верхние казармы разрушены. Еба, я рефреш проебал. Исчезните. Нихуя себе. Ваша крепость атакует. Двойное убийство. И снова в бой. Серия убийств. Ваша крепость атакует. База падает. Все, теперь пушьте. Я так тупо рефрешер ебанул сейчас, прямо аж самому стыдно. Рапиру не забудьте забрать. А где она? Я на базу. На базу оставьте. Сыр возьмите, через курьер себе возьмите сыр. Ластовый? Конечно ластовый, ты чё? Леон, возьмите... Иди. Так. Ё-ё. Всё назад можете. Бам быстро... А чё, у тебя ЭПБ пока нет, чёрт. А ты его прибал? А, и ты... А, блядь, Трокса тоже померла. Хули ты творишь, Снэпфайр, сука? Где ты, нахуй? Да, я кушаю. Сука, он чё прикалывается? Алло, у нас тут 80 минут пройдёт. Какой нахуй кушаю? Я тут туалет хочу уже как минут 20, я ж терплю. Стример терпел, и вам надо, велел. Рапиру на базе оставь. Может быть все или ничего? Считай, рыба и бэка выбили. Под смоками пойдем и запрячем их нахуй. Мне не помешает. Не хватает урона. Был бы рефрешер, я бы его ебнул. Жалко. Мирана, у меня сейчас один, оставь-ка, у меня есть палец. Один палец Мирана, стоит 100... Тысяча сто рубасов сейчас один мой палец стоит. Пиздец, это очень дорого. Рапиру, на базу, на базу. Ой, как же хочется пальчика сунуть кому-то, а? Он не может скинуть, что же... Почему может? Не, если рапира вражеская, он не может ее скинуть. Пока не умрет. Помогите ли он? Хуй не надел. Блять, я путаюсь в кнопках из-за того, что паникую. И просто пальцы в помойку выкидываю. Ой, блядь. Ой, блядь, какой башер, ты что? А? Нет! Ёб твою мать. Гем спиздили. Они это говно задефают или нет? Давай, Тракса. Тракса, нажми на шар. Так бы хаёбнули. Иди. Здорово, хуяра, здорово. Бляха-муха, какая хуйня. Я хотел убить снайпера, но я начал сосать и не смог всос отменить. А там снайпер стоял и, ну, просто просился, чтобы он сдох. Три байбека нету. Там один снайпер. Рокса, ты его уебешь. У него рапир, он может ее тоже ебнуть, если из-под тяжка нападет. Блять. У него байбек есть, если что. Рокса, рискуй нахуй. Рокса, рискуй, по-другому никак. Ну, байбек есть у меня, если что. А у него МКБ есть? Да. А, есть МКБ. Да. Обойди как-нибудь с инвиза, что ли, то ли еще что. Там пачка сверху идет большая.
если до снайпера доставать не будешь, просто на шарт нажми. Он 200 рейнджа тебе даст. Где он вообще был? Нихуя себе. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ты успеешь, 5 секунд хватит, да, чтобы сломать. Только сейчас может бэкбидор включиться. Ты его разъебешь. У тебя есть сын. Да-да-да-да-да, давай-давай-давай-давай. Победили силы света. Вот всё нахуй. Легчайше. Спасибо, Фрексар, спасибо всем за игру. Не за что, пацаны, не. Казаха, главное, в тильт не ввели, и все, казах нам игру выиграл. Да-да. Видишь, я с ним нормально общался на протяжении всей игры. И все. Так, время подсчетов, значит. Давай. Сколько за эту игру за челлендж я получаю, получается? Это 100 плюс 200 плюс 300. Я четенько, блин, 30 пальцев набил, а мог больше. Там, наверное, последние пальцы это косари были. Я не смог. Я обосрался два раза. Пиздец. Плюс 500, плюс 600, плюс 700, плюс, ебать, сколько денег-то? 800, плюс 900, плюс косарь. Косарь и плюс косарь. Ебать, 6500 получается за этот челлендж я заработал сейчас. На бизнес-менеджерах, да вообще... Полтора часа пиздеца. Врагов-то нахера лайкаешь? А это деформация после предыдущего аккаунта. Ну-ка, погоди, а сколько еще урона я нанес в этой игре? 76 тысяч. Нормально. Вот next-пуджинатор. 30 статов, 1к каждый next. We'll be right back.